Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о книге Григория Служителя «Дни Савелия». Григорий Служитель. Об этом авторе стоит сказать особо. Он совсем недавно пополнил ряды отечественных писателей, но уже заслужил честь публиковаться в редакции Елены Шубиной. Григорий Служитель родился в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Актер студии театрального искусства, солист музыкальной группы «Окосей». «Дни Савелия» – его первая книга, но уже получившая рекомендацию мэтра отечественной интеллектуальной прозы Евгения Водолазкина. Воздержусь от абстрактных характеристик «Дней Савелия». Добрая, светлая, щемящая, пронзительная – это все верно. Но эти слова не передают глубину и драматизм повествуемой истории. Они не рассказывают о том, насколько талантлива оказалась дебютная работа писателя. Они не рассказывают о том, насколько захватывает роман и увлекает за собой читателя, уводя его в глубину московских дворов. Повествование ведется от лица кота – Савелия. Он живет и родился в Москве. И повествует свою историю день за днем, раскрывая свою кошачью жизнь. Его словарный запас богат и образен. Он наделен знаниями в различных областях. Савелий анализирует причинно-следственные связи между прошлым и будущим. Искусно рассуждает о жизни и смерти, любви и привязанностях, дружбе и жестокости. Читатель с уважением следит за главной задачей Савелия. Он ищет самого себя, свое предназначение, свое место в жизни, свою любовь. Неудивительно, что уже с первых страниц читатель забывает, что Савелий – кот. Григорий Служитель талантливо использует всю палитру литературных приемов. Читатель наблюдает космический, загадочный мир, очень похожий на человеческую жизнь. Как сказал Евгений Водолазкин, мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Добро пожаловать в муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга. Читайте книги.